Сердцем полным умиленьем мы спешим на день рождения, кто чье совершенство в форме всяких нор, кто чья прелесть нам дороже, чем зарплата и аванс, кто и без коей мы не можем продолжать свой экзистанс. Мы идем, сердца открыты, ноги мыты, морды бриты, и не внутрь употреблен одеколон. В этот славный день недели ради праздника ее, а мы с Максимкой надели наше лучшее белье. В дом к любимому созданию мы придем без опоздания, словно чувствуя, что тут сейчас нальют. И едва валившись в двери для оказии такой, мы обнимем нашу Перри с тосковавшейся рукой. Согласно всех традиций, нас за стол зовут садиться, и, усевшись за столом, мы долго жрем, стоя чрево в сладких пытках, сердце бьется горячей от изысканных напитков и божественных харчей. А после этой страшной жрачки прямо сразу без раскачки настает уже всерьез апофеоз. Для подруги нашей милой мы под грохот двух гитар начинаем, что есть силы, свой орать репертуар. Зазвенели чашки блинцев, стену лбом соседи бьются, но когда вошли мы в раж, ты нас уважь. Нам плевать, что в доме дети и что спать давно пора, позабыв про все на свете, мы горланим до утра. Страдаем с похмелюги, и во рту любимцев мус ужасный вкус. И прощаясь незабвенной, чтоб пивка пойти хлебнуть, обещаем непременно через годик заглянуть.